Алиса? Нет, другая что Алиса. Что да? Другая. Давай мы напомним участникам... Алис, тебя нет. Здравствуйте! Всем привет! Итак, сегодня мы дошли наконец до финала, до московского финала чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников, страница 20. У нас есть 6 финалистов, которые прошли страшное совершенно горнило борьбы, отборочные матчи, потом жуткий совершенно полуфинал, который длился 5 часов 17 минут. Это был бесконечный совершенно марафон. И вот семеро этот марафон выдержали, победили в нем. И одна из них, правда, до финала не дошла. Меня зовут Михаил Фаустов, я все это придумал. И вот теперь приходится страдать. Я приветствую всех участников сегодняшнего финала. Приветствую членов жюри. Приветствую всех, кто нас смотрит на трансляциях. Там на куда-то. Я вижу огромное уже количество людей. И уже комментарии, когда начало. Добрый день. Всем добрый день, ребята. Всем хорошего настроения. Плохо, конечно, что мы встречаемся не живьем, но я надеюсь, что суперфинал этого проекта все-таки пройдет живьем. Мы все для этого сделаем. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников, страница 20, проходит на территории России и нескольких зарубежных стран. Здесь все как в спорте. Территория чемпионата разбита на конференции с Восток, Сибирь, Урал, Юг, Центр, Север, Москва и за граница. Победители финалов конференции, я еще раз повторюсь, мы очень надеемся, что победители финалов конференции встретятся живьем в суперфинале. Победитель суперфинала пишет свое имя в историю и получит главный приз – 300 000 рублей.
рублей наличными. Но до этого нужно еще дойти, до этого нужно еще добраться, до этого нужно победить сегодня и победить в суперфинале. А там никогда не бывает легко. Да и сегодня легко не будет, потому что здесь собрались лучшие, а лучшим из лучших быть всегда тяжело. Мы благодарим за содействие и участие в проведении страницы 20 Москва, значит, программу «Душевная Москва», гранты мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Очень нам помог этот грант, конечно, в свое время. Ну, а вообще говоря, весь чемпионат организован Межрегиональной Федерацией Чтения и некоммерческой организацией «Литературно-исторический клуб». И наши партнеры – это компания «MyShop», Российская государственная детская библиотека, литературная премия «Книгуру», учительская газета, порталы «Хочу читать» и «Год литературы». И партнер сезона 2019-2020 года, помимо всего прочего, это проект компании Samsung Electronics, лингвистов группы Толстой Digital и школы лингвистики Высшей школы экономики. Этот проект называется «Живые страницы». И я попрошу Алису, если у нее там компьютер вроде как сломался, если у нее там все сделалось, чтобы она рассказала про это приложение к андроиду, потому что она им пользовалась, а я нет, нет. Алис, ты здесь? Я здесь, но я не уверена, что меня хорошо слышно. Слышно, все нормально, говори. Да? Супер. Тогда я с удовольствием расскажу про живые страницы. Это очень классное приложение, благодаря которому ты можешь не просто читать книгу, но и погружаться в весь литературный исторический процесс, потому что его можно использовать как обычную электронную читалку. Там есть 20, по-моему, книг, там есть классическая проза русская и есть пара современных книг. И помимо непосредственно текста, там есть, например, что для меня очень важно, для меня как человека, который плохо запоминает имена персонажей, там есть отдельный список имен персонажей и характеристик, кто кому там где приходится. Есть очень классная хронологическая цепь событий и как проходили события в книге, и как они связаны с историческими событиями. Это очень классно. Есть очень здоровская карта, на которой видно, куда поехали герои, в каком городе проходит то или иное событие. В общем, это позволяет очень здорово погружаться в книгу и испытывать колоссальное удовольствие. Поэтому я всем рекомендую устанавливать себе живые страницы на смартфон и наслаждаться. Спасибо. Все, значит, на этом все обязательные речи закончены. И я хочу представить сегодняшнее жюри. Жюри — три прекрасных девушки, каждую из которых я люблю изо всех сил, каждая из которых а — красивая, б — умная, с — вообще даже не знаю, что еще сказать, потому что я сейчас переключу экран в зуме, и я прошу всех членов жюри, пожалуйста, когда я буду вас называть, вы говорите что-нибудь громко, чтобы вы появились на экране. Куратор международных проектов музея усадьбы Ясная Поляна Юлия Вронская. Это я. Так, хорошо. Бренд-менеджер редакции Елены Шубиной, поэтесса Татьяна Стоянова. Привет. Рада всех видеть. И музыковед, журналистка, писатель, я даже не знаю, замечательный лектор, человек, который может влюбить вас в классическую музыку примерно за полторы секунды. Ляля Кандаурова. Привет. Привет, привет. Ну и теперь участники сегодняшнего финала. Их 6 человек. Ребят, я буду вас называть, и вы, пожалуйста,
И вы, пожалуйста, громко чего-нибудь орите, чтобы тоже появиться на экране. Анастасия Ермакова. Здравствуйте, доброе утро. Всем сегодня хорошо отчитать и приятно послушать то, что прочитаем мы. Матвей Бухарцев. Добрый день, я здесь. Очень надеюсь, что все будем прекрасно читать и получим несравненное удовольствие. Вот так, пропал экран. Сейчас, секундочку. Анастасия Петрова. Здравствуйте. Здравствуйте всем. А изображения у Насти нет. Ну ладно. Стефания Харская. Вот она, Настя. Стефания Харская. Всем доброе утро, всем удачи, и надеюсь, что мы просто получим от этого удовольствие. Стефания Родионовская. Тоже всем привет и всем удачи. И Дарья Бубенина. Всем здравствуйте и всем удачи. Ну что ж, сейчас мы перейдем. Во-первых, быстрая микрожеребьевка, как мы ее проводим, я вам сейчас расскажу. Мы используем простой генератор случайных чисел, который нам сейчас выдаст номер участника, с которого мы начнем. Мы начнем с участника под номером 2. Единственный мужчина в этом женском царстве. А тема сегодняшнего финала лежит, что называется, на поверхности. В этом году все мы отмечаем 75-летие Великой Победы. И сегодня для финала мы выбрали все то, что связано со Второй мировой войной. И русские романы, и нерусские, и стихи. Пожалуй, что только финал никаким образом с Великой Победой не связан. Но первый раунд. Русские романы о войне. Великие русские романы о Второй мировой войне. Матвей Бухарцев начинает сегодняшний финал. Жюри оценивает технику и артистизм по шестибалльной шкале. 6 высший балл, кол низший. Техника – это чтобы правильно ставили ударение. А артистизм – это то, насколько каждый из участников понимает то, что читает. Матвей Бухарцев, вперед! Виктор Астафьев. Прокляты и убиты. Снова слушали ночь и лес. Тишина потревожилась самолетом. Ночное небо зеленым огоньком прочертило где-то не так уж и далеко. Вроде как с испугу выстрелило орудие, и словно в другом мире безразлично прозвучал взрыв. Горленок подбросило, и они снова слепо кружились за хатой, снова сами себя успокаивали, и плыла черно, мелькала на окне осенние листва. На, воевать с такими мыслями? Оно и пню, понятно, без мыслей всюду легче. Надо уснуть, во что бы то ни стало уснуть. Завтра? Нет, уже сегодня. Работы! Мы уже все это называем работой. А что, вечный командир Проф. Федорович, людишки наши немножко поучились в школах, пусть и замороченных, а вон уж какие вопросы задают. Немцы ж печатают листовки в расчете все на то, что на того сивобородого мужика, коих мой тезка по Европам волочил. Спасибо. Спасибо, Матвей. Ну и оценки Матвею. Юля. Техника и артистизм. 6-6. Таня. 5-5. Ляля. 5-5. Анастасия. Спасибо. Петрова. 5-5. Настя. Да-да. Вижу. Михаил Шолохов. Они сражались за Родину.
Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба. Но вскоре размышление его прервал Лопахин. Потный и красный, он подошел торопливыми шагами, отдуваясь, сказал: «Ну и жарище! Прямо адово пекло!» Испытующий взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить, слышал он его разговор со старухой или нет. «Насчет щей интересовался?» — спросил Николай. «Какие там щи, если раков будем варить?» — раздраженно ответил Лопахин. «Что же ты так долго там пробовал?» Лопахин воровато повел глазами, ответил. «Старушка такая веселая, разговорчивая попалась. Никак не уйдешь. Все ее интересует, кто мы, да откуда, да куда идем. Прямо прелесть, а не старушка». Спасибо. 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 Оценки, пожалуйста. Таня. 6-5. Ляля. 6-6. Юля. 5-5. Спасибо. Стефания Харская. Следующая участница. Юсуэт, кто мы, да откуда, да куда идем? Прямо прелесть, а не старушка. Валентин Катаев, сын полка. Дай фиалку. Это фиалка, говорит стул. Проверка линии. Что у вас там делается? Пока все тихо? Ну ладно, у нас тоже все тихо. Воюйте дальше. До свидания. Когда, наконец, работа была капитана Хунбай, он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на короткой шее тесемки плащ-палатки, скосил на свои короткие, крепкие, немного кривые ноги и крикнул вниз листовому: «Коня!» Затем он посмотрел на часы. «Проверьте, у меня 9:16, у вас 9:14», — сказал комендант Янакиев, соскользнул взглядом по своей руке. Капитан Хунбаев издал короткий торжествующий гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули глянцевой чернотой. «Отстаешь, капитан Янакиев?» «Никак нет, я не отстаю». Спасибо. Оценки, пожалуйста, Ляля. 5-6. 5-6. Юля. 5-6. Таня. 5-5. Спасибо. Стефания Родионовская. Да, меня слышно? Слышно. Но плохо. Сейчас? Тихо. Ну, нормально, нормально. Начинаю. Данил Гранин, мой лейтенант. Нас осталось пятеро. Алимов мы его звали Алим. Еще хромал, раненый в ногу. Но по очереди помогали ему идти. Оно было бы ничего, если бы Ермаков не провалился. А путь наш лежал через болото, и мы часто останавливались и тащили Ермакова. Отобрали у него махорку, чтобы не промокло. Курили, заглушая аппетит. Это парадокс. Ничего не жрет, а такая туша, злился Мирзон. Почему ты не худеешь? Бросьте вы меня, ныл Ермаков. Не могу я больше. Надо было сказать это раньше, тогда мы тебя не тащили. Лежать долго было нельзя. Кружилась голова от дурманного запаха болотных трав. Надо было подниматься и снова брести, опираясь на винтовку. Хорошо, что ночи стояли светлые. Мы шли и ночью. На четвертую ночь выбрались в сухой березняк, увидели огни и услышали голоса. Голоса были женские. Все, спасибо. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Юля. Можно я последний? Нет. Подумать надо. Я всех по очереди запускаю. 6-5. 6-5. Татьяна. Ну, у меня такие же оценки. 6-5. 6-5. Ляля. 6-6. 6-6. Дарья Бубенина.
Владимир Богомолов. Момент истины. После полудня, выйдя к ручью, я скинул сапоги, расстелил на солнце портянки, умылся и перекусил. Напился и минут 10 лежал, уперев приподнятые ноги в ствол дерева и размышляя о тех, за кем мы охотились. Вчера они выходили в эфир из этого леса, неделю назад под столбцами, а завтра могут появиться в любом месте, за Гродно, под Брестом или где-нибудь в Прибалтике. Кочующая рация, Фигаро здесь, Фигаро там. Обнаружить в таком лесу место выхода все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Это тебе не мамочкина бахча, где каждый кавун знаком и лично симпатичен. И весь расчет, что будут следы, будет зацепка. Черта лысого, почему они должны наследить? Под столбцами мы что, не старались? Землю носом рыли, впятером, шестером суток. А толку, как говорится, две консервные банки плюс дыра от баранки. Спасибо, спасибо. Оценки, пожалуйста, Таня. 4-5. 4-5, Ляля. 4-4, Юля. 4-4. 4-4. И Анастасия Ермакова. 4-4. Получила. О, Константин Симонов. Живые и мертвые. За плотно завешенными окнами слышали голоса. Через минуту политрук вышел обратно. «Здесь оперативная группа дивизии, и командир дивизии сейчас здесь», — тихо сказал он Синцеву. И тот вспомнил грузного полковника, кричавшего по телефону: «Я еду к тебе, Серпинин!» «А где Серпинин?» — спросил Синцев, который так часто слышал сегодня от разных людей эту фамилию, что, казалось, он уже почти знаком с этим человеком. «На прежнем месте», — сказал политрук. Они миновали последние дома окраины, свернули на мощенную дорогу, проехали под железнодорожным мостом и снова наткнулись на выскочивших из кустов патрульных. На этот раз их было целых четверо. «Порядок», — сказал Миша. «Где войска, там и порядок», — отозвался политрук. «Спасибо! Спасибо! Спасибо! Оценки, пожалуйста. Ляля. 6-6. Юля. 5-5. 6-5. И... 5-5. 5-5. И Таня. 5-5. Нет, сначала 6, а потом 5. 6-5. 6-5. 6-5 у Тани. Все понял. Ну что ж, первый раунд закончился. Первый раунд, в общем, продемонстрировала, что жюри достаточно доброе. Мне даже кажется, немножко чересчур. Надо было не в 12 начинать, а в 8 утра, чтобы вы были позлее. Вот. Ну, а сейчас, пока закончился первый раунд, у нас по традиции мы даем слово жюри, потому что потом мы им слово даем только в финале. Поговорите с народом, дайте совет. Может быть, поделитесь какими-то своими соображениями. Ну, в общем, ладно, Юля, я не буду с тебя начинать. Я с Тани начну. Таня. Во-первых, хотел сказать всем спасибо. И хочу сказать, наверное, то, что тексты о войне, они... Это не авантюрно-приключенческие сюжеты, которые надо читать всегда с придыханием и со сверхэмоциями, но и вообще без эмоций, без чувств тоже, наверное, не та ситуация. В общем, мне кажется, это будет очень сложно вот так сходу въехать в такую литературу. Я желаю вам всем удачи, надеюсь, получится контакт. Юля?
Я тоже хочу сказать большое спасибо и за вашу смелость, и за то, что можно послушать вот так вот днем в воскресенье хорошее чтение. Хочу сказать, что те высокие оценки, которые я поставила, если это были там 6-6-6, мне это вообще напоминало практически старый советский радиоспектакль. То есть это настолько было хорошее, как мне показалось, и чтение, и интонация, даже как в каких-то старых традициях. Я немножко недоумеваю, откуда вы это услышали или слышали, что вы так хорошо воспроизвели вот это вот эталонное чтение. Ну, а те, кто похуже читал, это либо непопадание, как мне кажется, именно в настроении текста, и то, что Таня сказала, не обязательно нужна сильная эмоция, или, ну, действительно было обидно, когда было много запинок, но тут нельзя не снизить оценку, потому что это несправедливо к другим участникам. Удачи в следующих турах. Спасибо, спасибо, Ляля. Хочу сказать всем спасибо, вы потрясающе крутые. Это очень сложные тексты, и особенно вот так вот с середины какое-то действие понять, что происходит, как по количеству участников, фамилии. Я понимаю, как все это тяжело. Я понимаю, что тексты о войне, наверное, это такие эмоциональные тексты. И мне как раз кажется, что когда эмоций там много, это хорошо, но они, наверное, могут быть не только связаны с нахрапом, не только могут быть связаны с драмой, да, может быть, можно придумать какую-то более богатую эмоциональную политику. И Юля буквально старалась языками сказать, что временами у меня было ощущение, что я слушаю старые советские радиоспектакли, и это может быть как-то инстинктивно, не знаю, как могли ли вы, имели ли возможность соприкоснуться, собственно, с этим культурным пластом, вот как-то вы подключаетесь к нему, и это, конечно, очень здорово. Это не старомодность, но она совершенно чудесная. Спасибо, спасибо. Есть итоги первого раунда, и, в общем, я не знаю, ожиданные они или нет, но плотность результатов абсолютно сумасшедшая, тем более, что сейчас стихи, а на стихах может случиться все, что угодно. Очень часто на стихах человек, занимающий первое место, сваливается на последнее. И наоборот. Тем более, стихи о войне мы выбирали не самые простые. Мы попытались найти в Великой Отечественной войне, в этом ужасном, страшном событии, что-то смешное. Не знаю, насколько это получилось, но, может быть, и получилось. Больше всех баллов в первом раунде набрала Стефания Родионовская. С нее и начнем раунд второй. Заходи! Так меня лучше слышно? Да. Сейчас, секундочку, вопрос. А результаты не скажешь первого тура? Нет. Yeah. Ну ладно. Сергей Бороздин. Идет мальчишка на парад, мальчишка встал чуть свет. Мальчишка ростом маловат, ему немного лет. Быть может 5, а может 6, да это не беда. Желание есть и пропуск есть. При чем же здесь года? Отец сказал ему: возьму, возьми, сказала мать. И даже бабушка тому не стала возражать. Что ж, раз отец его берет, пусть сходит непременно. Ведь как-никак, а внук растет в семье людей военных. Спасибо. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Юля? 6-6. 6-6. Таня? 6-6. 6-6. Ляля? По-моему, там 5-6 было сейчас, нет? Да, 5. Нет, 6. Две шестерки. Не раз, а 6-5. 6-5. Дарья Бубенина. Леонид Воробьев, «Атака». А он на бруствере окопа ловил кузнечиков в ладонь. Не представляла вся Европа, как мог выдержать огонь и выносить снега со стужи,
простой советский паренек. Его в окопе танк утюжил, он уцелел и танк поджег. Казалось, все, остался пепел. Жара, жар пепла выдержать нельзя. Из пепла встал, врагам ответил, за ним в атаку шли друзья. Пощады подлым нет фашистам за слезы братьев и сестер, за то, что дом у речки чистый был ими превращен в костер, за то, что нагло сапогами враг землю русскую топтал. Мстил паренек, а меж боями ромашку красную прикрывал. Спасибо. Оценки, Таня. 4-4. 4-4. Ляля. 5-4. Юля. 5-6. Стефания Харская. Самуил Маршак. Пропадаешь. После экзамена. Пропадаешь. В класс явился на экзамен. Задает ему вопрос. Для чего фашисту нос? Заорал на всю он школу, чтоб вынюхивать крамолу и строчить на всех донос. Вот зачем фашисту нос. Говорят ему. Послушай, а на что фашистам уши? Ухо держим мы востро. Носим за ухом перо. Все, что ухом мы услышим, мы пером в тетрадку пишем. В наш секретный Ташенбух. Вот зачем фашисту слух. Спасибо. Спасибо. Юля. Не могу быстро сейчас. Да. 5-6. 5-6. Таня. 6-5. 6-5. Ляля. 5-6. Матвей Бухарцев. Владимир Высоцкий. Про Сережку Фомина. В военкомате мне сказали: «Старина, тебе броню дает родной завод компрессор». Я отказался, а Сережку Фомина спасал от армии отец его, профессор. «Кровь лью за тебя, моя страна, и все же мое сердце негодует. Кровь лью я за Сережку Фомина, а он сидит и в ус себе не дует. Теперь, небось, он ходит по кинам, там хроника про нас перед сеансом. Сюда б сейчас Сережку Фомина, чтоб побыл он на фронте на германском». Но, наконец, закончилась война, с плеч сбросили мы, словно тонны груза. Встречаю я Сережку Фомина, а он герой Советского Союза. Спасибо. Таня. 6-6. 6-6. Ляля. 6-5. Юля. 5-6. 5-6. Анастасия Петрова. Сейчас. Агния Барто, важный пленник. Была весенняя пора, была военная игра, и нам попался пленный. Пленный, пленный! Какой почтенный пленный! Хотя он ростом невысок, но у него седой висок. Он очень важное лицо. Директор школы взят в кольцо. Поставил двойку не одну он в наших дневниках. И вот сегодня он в плену у школьников в руках. Приятно, что не говори, тела идут на лад. К нему бегут секретари. «Директор, ваш доклад!» А он вздыхает. «Ну и ну, предупредите, я в плену». Спасибо, 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 Ляля.
5-5. Юля? 5-5. 5-5. Таня? 5-5. 5-5. А что вы такие грустные? Я не понимаю. Ладно, Таня вон вообще на подушке. Анастасия Ермакова. Секундочку. Получила. Булата Куджава. Примета. Если ворон в вышине, дело стало быть к войне. Чтобы не было войны, надо ворона убить. Чтобы ворона убить, нужно ружье зарядить. А как станем заряжать, всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пройдет, пуля дырочку найдет. Ей не жалко никого, ей попасть бы хоть в кого, хоть в чужого, хоть в своего. Во. И более ничего. Спасибо. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Юля? 5-5. Как еще раз? 5-5. 5-5. Таня? 6-6. 6-6. Ляля? 6-6. Спасибо. На этом закончился второй раунд. Сейчас будет у нас небольшой перерыв секунд на 30-40. А потом сразу же третий. Пока как раз посчитаем. Друзья. Те, кто разговаривает на русском языке, это одна большая семья. Все, кто любит нашу литературу и русский язык. И кому, как не вам, нашей молодежи, хранить вот эту вот возможность разговаривать по-русски, хранить русскую культуру, русскую литературу и нести их в современный мир. Я благодарю всех вас, всех участников, организаторов этого чемпионата «Страница 20» за то, что вы сохраняете любовь к русскому языку, к нашему литературному наследию, к культуре нашей великой страны. Итак, мы переходим третьему раунду. Зарубежная проза о Великой Отечественной войне. Второй раунд. Так же, как и первый. Выиграла Степания Родионовская. Вот, кстати, к вопросу о том, когда говорят, что у кого хороший звук, тому лучше, а у кого плохой, тому хуже. Не самый лучший звук у Степании. Но это не мешает ей лидировать. Степания на первом месте после второго раунда, и она открывает третий. Зарубежная проза о Великой Отечественной войне. Вперед! Ага, пришла. Алистер Макли. Крейсер Ее Величества Уинс. Рискуя показаться старомодным и мелодраматичным, Стар нетерпеливо ждал, пока у Тернера прекратится приступ кашля. Можно сказать, что Улису предоставляется возможность искупить свою вину. Вице-адмирал отодвинул стул. После этого, господа Средиземные, но прежде всего экспортирование конвоя FR-77 Мурманск, и этому не помешает никто. Ни черт, ни дьявол. На последнем слове голос его сорвался. Сквозь глянец вежливости поступили грубость и резкость. Пусть экипаж Улиса зарубит себе на носу. Непослушание, пренебрежение долгом, организованного бунта и смуты командование не потерпит. Чепуха. Спасибо. Спасибо. Оценки, пожалуйста, Юля. Правильно я понимаю, что Улис? Да. Ага. 5-5. 5-5. Татьяна? 5-6. 5-6. Ляля?
булькнула, ничего не услышал никто. 5-6. Дарья Бубенина. 101 балл у Степани Родионовской. Хватит этого до выхода в финал или не хватит? Никто пока не знает. Очень плотные результаты. Дарья Бубенина. Прошу. Сейчас еще не получила, а вот. Юлиус Фучук. Репортаж с петлей на шею. Утренний привет соседской камеры. Сегодня оттуда выстукивают два такта из Бетховена торжественнее, настойчивее, чем обычно. И стена передает их тоже в ином, необычном тоне. Мы стараемся одеться получше, и так во всех камерах. К завтраку мы уже в полном параде. Перед открытой дверью камеры дефилируют коридорным с хлебом, черным кофе и водой. Товарищ Скоржепа подает 3 хлебца вместо 2. Это его поздравление с 1 мая. Конкретное поздравление заботливого человека. Передавая хлеб, он незаметно жмет мне руку. Разговаривать нельзя, следят даже за выражением твоих глаз. Но разве нам не понять немой разговор наших пальцев? Спасибо. Оценки, пожалуйста, Таня. 4-5. Ляля. 2-4. Юля. 4-5. 4-5. Стефания Харская. Да-да, сейчас. Джозеф Хеллер, ловко 22. Обжора Джо совершил 50 боевых вылетов, но лучше ему не стало. Он опять сидел на чемоданах и ждал отправки домой. По ночам его донимали жуткие кошмары, так что он будил душераздирающими воплями всех соседей, кроме 15-летнего пилота Хьюпла, который наврал и в призывной комиссии, сколько ему лет. А потом отправился на войну. Прихватил любимую кошку и жил теперь в одной палатке с Обжорой Джо. Хьюпл спал довольно чутко, но утверждал, что никогда не слышит вопли соседа. Обжоре Джо было очень худо. «А мне, думаешь, хорошо?» — возмущенно огрызнулся доктор Дейника, когда Йосарин попытался ему об этом сказать. «Ты знаешь, как у меня шли дела?» Я выколачивал по 50 тысяч в год и почти не платил налогов, потому что брал с пациентов только наличными. Спасибо. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Ляля. Пять, шесть. Юля. Я бы тоже 5-6, да. Да, 5-6. Таня. 5-5. 5-5. 97 баллов у Стефании Харской. И пока она на втором месте. Анастасия Петрова. Сейчас, текст еще не получила. Томас Кеннелли. Список Шиндлера. Выскользнув из кухни, Пфефферберг притаился за двойными дверями гостиной. Немца он почти не видел. «Вы, миссис Пфефферберг?» — спросил тот. «Вас рекомендовал мне Герр Нусбаум. Я недавно разместился в апартаментах на Страшевского и хотел бы изменить их декор». Мина Пфефферберг продолжала держать посетителя на пороге. Она была так растеряна и говорила столь сбивчиво, что сын из жалости к ней появился в дверях, застегнув пиджак, скрывающий оружие. Пригласив гостя войти, он в то же время по-польски шепнул матери несколько ободряющих слов. Наконец, Оскар Шиндлер назвался. Напряжение несколько спало, ибо Герр Шиндлер дал понять, что Пфефербергам нечего бояться. Спасибо. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Юля. 6-5. 6-5. Таня. 6-5. 6-5. Ляля. Тоже 6-5. Тоже 6-5.
Звездочка за сложность. Цеферберг и прочее. 96 баллов. У Насти Петровой два человека у нас остались до завершения третьего раунда. Первая тройка сейчас выглядит так. Стефания Родионовская 101, Стефания Харская 97, Настя Петрова 96. Если третье и четвертое место наберут одинаковое количество баллов, то в финал выйдет тот, кто больше баллов наберет в третьем раунде. Если и там равенство, то тогда будет определяющим второй раунд. Если и там равенство, обычно я говорю в таких случаях, что я не знаю, что делать, такого никогда не бывает, но вот ровно минувшей ночью во время «Открой рот, Америка» такое случилось. Полное равенство показателей было у двух человек, и пришлось финал делать из четырех человек. Ну, будем надеяться, сегодня такого не будет. А пока Матвей Бухарцев. Джонатан Литтл. Благотворительница. Фюрер подступал ко мне. Я продолжал изучать его нос. Когда фюрер оказался передо мной, я с удивлением отметил, что его фуражка еле достигает мне до уровня глаз. А я ведь не слишком высокий. Он пробормотал поздравление и нащупал награду. Его тошнотворное, смрадное дыхание меня доконало. Чаша моего терпения переполнилась. Я наклонился и укусил фюрера сильно, до крови, за его нос-картошку. Даже сегодня я не в состоянии вам объяснить, зачем я это сделал. Просто не смог удержаться. Фюрер пронзительно завопил и отскочил назад в объятия Бормана. На какой-то момент все замерли. Потом на меня навалилось сразу несколько человек. Меня опрокинули на пол, били. Свернувшись клубком на мокром ковре, я пытался, насколько возможно, защититься от ударов сапог. Все орали, фюрер ругался. Спасибо. Оценки, пожалуйста. Юля. Во-первых, я не могу представить, как можно вообще произнести, свернувшись клубком на мокром ковре, не споткнувшись. 6-6. Таня. 5-6. Ляля. Ну, все-таки 5-6 тоже. 5-6. 100 баллов набирает Матвей Бухарцев. Выходит на второе место. Последняя участница. Настя Ермакова. Получила. Энтони Бивер, Сталинград. Некоторых офицеров из дивизии Хоппа сильно угнетало то обстоятельство, что их генерал позволил себе увлечься несбыточными надеждами. Они не понимали, каким образом Гитлеру удалось заразить его беспочвенным оптимизмом. Офицер разведки, служащий под началом прославленного генерала, писал: «Я был глубоко разочарован тем, как легко этот храбрый и прямолинейный человек позволил вскружить себе голову». Впрочем, другие источники утверждают, что Хуббе даже осмелился посоветовать Гитлеру попытаться закончить войну. Год спустя, когда генерал погиб в авиакатастрофе, ходили слухи, что фюрер приложил к этому руку. Скорее всего, правы были и те, и другие. Манштейн, конечно, заметил, что Хуббе находится под впечатлением гитлеровской демонстрации непоколебимой веры. Но с этим уже ничего нельзя было поделать. Спасибо. Спасибо, Таня. 4-5. Ля-ля. 5-5. Юля. 5-5. 5.
5. 96 баллов набирает Анастасия Ермакова и не попадает в финальный раунд. В финале 2 Стефании и Матвей. Правила финального раунда для жюри в первую очередь. Сейчас ребята прочтут по одному стихотворению, а потом вы их будете оценивать. Не нужно уже сейчас ни технику, ни артистизм оценивать. Нужно оценивать просто общее впечатление. Высший балл – тройка, низший балл – кол, двойка где-то посередине. Одну оценку можно использовать только один раз. Нельзя поставить всем тройки, они такие хорошие. Нельзя поставить всем колы, они вообще читать не умеют. Нельзя поставить всем двойки. Вообще нельзя. Начинаем с лидера. Все баллы, набранные на предварительном этапе, кстати, сгорают. Лидер у нас просто для того, чтобы понять, с кого начинать. Стефания Родионовская. Да, пришло. На секунду. Марина Цветаева. Вы, идущие мимо меня, к немоим и сомнительным чарам, если б знали вы, сколько огня, сколько жизни, растраченной даром, какой героический пыл на случайные тени, на шорох, как сердце мне испепелил этот даром истраченный порох. О, летящие в ночь поезда, уносящие сон на вокзале! Впрочем, знаю я, что и тогда не узнали бы вы, если б знали, почему мои речи резки в вечном дыме моей папиросы, сколько темной и грозной тоски в голове моей светловолосой. Спасибо. Спасибо, Матвей! Афанасий Фет. Пышные гнутся макушки, млея в весеннем соку. Где-то вдали от опушки будто бы слышно «ку-ку». Сердце, вот утро, люби же все, чем жило на веку. Слышно ближе и ближе, как золотое «ку-ку». Или кто вспомнил утраты, вешню вспомнил тоску. И раздается трикраты ясно и томно. Ку-ку. Спасибо. Стефания Харская. Угу. Иннокентий Анинский. Ни зноя, ни гамма, ни блеска, но роща свежа и темна. От жидкого майского блеска все утро таится она. Не знаю, о чем так унылы, клубяся, мне дымы твердят, и день ли то пробует силы, или это уж тихий закат, где грезы несбыточно дальней, сквозь дымы злотятся следы. Как странно, просвет, а печальней сплошной в туманной гряды. Спасибо. Спасибо. А можно выступить с предложением еще по одному? И стихи неравноценные были, и звук барахлил на одном из. Поддержку. Нет, нельзя. Я просто извинюсь, но это очень неравноценные стихи, это просто невозможно сравнивать. На одном из них просто было невозможно показать ничего практически, а на третьем... Юля, я тебе вне эфира прочту стихотворение одно из двух строчек, на котором можно показать абсолютно все. Когда раньше, вот когда мы еще позволяли себе одинаковые стихотворения в разных городах и в разных мероприятиях, использовать, это было стихотворение, на котором мы проверяли, умеет человек читать или нет. Если человек умеет читать, он тебе и телефонную книгу хорошо прочтет. Здесь все умеют читать, в этом нет сомнений, но хорошо, нечего отмазываться, а то сейчас это, судью намыло и все дела. Нечего отмазываться.
Да, здесь значит... Нельзя так, дайте еще прочитать. Нет, не дайте, не дайте, у нас время эфира кончается. Вот. Итак, нужно думать. Юля, соберись с мыслями, не спорь с начальством. Скажи, пожалуйста, за что ты поставишь тройку? За супер попадание. За супер попадание. Таня, ты как поэтесса. К тебе у меня масса претензий за сегодняшнее судейство, конечно. Ну, ко всем, в принципе. То они слишком добрые, то слишком злые, то непонятно за что ставят шестерки, то непонятно за что ставят четверки. Вот вообще как бы непонятно за что. Ну, да ладно. Таня, кому ты поставишь три? У нас две Стефании, сразу оговорюсь. Стефания Родионовская и Стефания Харская. Родионовская первая читала, Харская третья. Между ними Матвей. Кому из этой троицы ты влепишь тройку? Я, если честно, не определилась до сих пор, поэтому... А придется определяться, да. Тут вот, как бы, кто говорил, что будет легко? Никто, я не говорил. Наверное, Матвею. Матвею тройку. Хорошо, Ляля. Я тоже... Подожди, я еще не задал вопрос. Ну, у меня ощущение, что, понимаешь, я должна сравнивать, вышел концерт, человек сыграл концерт Чайковского, а потом вышел и сыграл вальс Шопена. И вот я должна их сравнить. Да. Лять, смотри, вот я все поясняю, вот тебе, конечно, легче Чайковского и Шопена, а я все поясняю на футболе. Вот смотри, играют две команды, вратарь стоит на воротах, ему солнце светит в глаза, он пропускает гол. Чтобы уравнять шансы, его во втором тайме выпускают на друг... Ну, воротами команды меняются. Только солнце уже ушло. Понимаешь, в чем дело? Здесь фактор случайности тоже работает. Поэтому скажи мне, пожалуйста... Ты мне как сейчас говоришь, что жизнь вообще несправедлива. Вообще несправедлива. Степан Иронионов, ты что поставишь? Скажи лучше. Тройку. Юля, тебе придется оценивать Стефанию Харскую, потому что у нее нет вообще оценок. Но это все невыносимо. Да. Она замечательно читала. Ну и что? А проблемы со звуком были? Не было проблем со звуком. Действительно были проблемы со звуком у Стефании. Нет, ну это не мешало ей до этого. А что сейчас произойдет, если все наберут, каждый наберет по тройке? Ну, во-первых, мы не все оценки расставили. Нет, там дальше двойки, единицы тоже могут что-то. Окей. Я понимаю. А Стефании я поставлю двойку. Двойку. Харской. Двойку Харской. Таня. А давай другой Стефане что-нибудь поставим. Родионовской с тобой вместе. Которую Цветаева читала, да? Да. Ну, ей я двойку, наверное, поставлю. Двойку. Все, Таня. С Таней разобрались. Таню больше мучить не будем. Ляля, пойдем. Это было очень сложно. Да. Только не плачь, пожалуйста. Только не плачь. Ляля, ты умеешь быстро считать? Я сейчас всех запутаю. Ляля. У нас есть шанс с тобой уравнять всех, и они будут читать еще раз. Так, Вронская, я тебе показываю кулак. Ляля, значит, смотри, ты за Чайковского или за Шопена? Ты за девчонок или за пацанов? Скажи что-нибудь. Да. Это вообще не спортивный разговор. Как это не спортивный? Вполне спортивный.
Нет, я считаю, что, конечно, это совсем не важно, но... Просто я не могу сделать вывод на основании того, как человек обращается с совершенно разным материалом. Я понимаю, что я, наверное, хочу каких-то лабораторных условий, которые невозможны. Ну, давай заставим их всех одно стихотворение читать. Что попало же получится. А вот нельзя, чтобы они почитали стихотворение друг друга? Или нет, нельзя, одно? нельзя. Да? Ты сейчас меня спрашиваешь, кто получает два, да? Ну, например, Матвей или Степаня? Матвей. Матвей получает двойку. Ну вот сейчас, по-моему, у нас все ровно же, да? Не знаю. Сейчас твоя очередь тройку ставить. Я уже поставила свою тройку, нет? Нет, да, ты только двойку поставил. А, точно поставила. Я ж тебя спросил, за что? Я ж не спросил, кому. Да. Но у меня просто записано сейчас, я тройку, без всяких подсчетов, тройку я ставлю у Родионовской Стефании. В споре, вернее, в вечном вопросе, это за девчонок или за пацанов, Юлия Вронская сказала, что она за девчонок. Нет, я не выбирала на основе этого. Не выбирала на основе этого. Хорошо. Нет. В финале места распределились так. Стефания Харская 4, Матвей Бухарцев 6, Стефания Родионовская, чемпионка Москвы, 8 баллов. Стефания, включи себе видео в конце-то концов, выходи в эфир, будем тебя поздравлять. Для начала я хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто помогал проводить страницу 20 в Москве. Гранты мэра «Душевная Москва», магазину MyShop, Кудаго, который обеспечил нас трансляцией, которую там люди смотрят и комментируют, еще и ругаются. Подписывайтесь на наши соцсети. Читайте книжки, а теперь жюри говорите. А Стефания, готовься, тебе придется говорить тронную речь. Вы уже, члены жюри, меня поругали, теперь хвалите, пожалуйста. Юля. Задача хвалить тебя? Да. Нет, хвалить тебя есть, в общем-то, за что? За то, что ты показываешь нам всем, какие есть прекрасные... дети, подростки и взрослые в разных этапах этого чемпионата. Для меня каждый раз большое удовольствие. Несколько раз судила в Туле очно, и вот несколько раз онлайн. Очень-очень приятно видеть и слышать так хорошо читающих подростков. Поздравляю Стефанию. Это было замечательно, по-моему, с самого первого до последнего тура, без провалов, ровно, при этом не ровно, в смысле, без эмоций, а ровно с пониманием каждого текста. Очень жалко других участников, потому что с самого начала, в первом туре, я решила, что победителем будет Матвей, потому что было прекрасное чтение, и стоило, в общем-то, больших усилий над собой, чтобы дальше... оставаться справедливой, а не придерживаться выбранного в первом туре. И, по-моему, великолепное чтение другой Стефании Анинского. Жалко, что оно, правда, испортилось. Жалко, что он оказался Анинским, да? Ну, да, он оказался Анинским, мы это все слышали, но чтение было до каких-то физических реакций. У меня оно было прочитано очень хорошо. Жалко, что нельзя всем сделать чемпионами. Спасибо. Спасибо. Таня? Я хочу сказать всем ребятам, что вы большие молодцы. Многих из них я, наверное, бы себе записала на аудиокнигу и слушала бы. Ну, я просто иногда закрывала глаза и только слушала голос, не глядя на экран. И понимаю, что, возможно, в будущем у вас даже будет какой-то такой путь, потому что многие тексты были прочитаны вдумчиво, с эмоциями и с правильным балансом между текстом и чтецом.
Мои симпатии примерно такие были с самого начала. Примерно так и распределилось первое, второе, третье место. В финале почему я поставила такие оценки? Наверное, потому что у меня повышенные требования к чтению Марины Цветаевой. Это субъективно. И мне показалось, что чуть-чуть недоценила победительницу, но при этом все равно чтение было очень-очень хорошим, и я всех поздравляю, вы ваши молодцы, спасибо за приглашение. Ляля. Ой, я вам хочу сказать, что я поучаствовала в своей жизни в огромном количестве конкурсов музыкальных. И это очень похоже, только там тебе не нужно считать с листа, хотя иногда, если садишься в оркестр, то нужно с листа читать. И, кстати говоря, то, как ты читаешь с листа, вообще не отражает того, какой ты музыкант. Что можно быть гениальным музыкантом, но с первым считать с листа, и наоборот. Поэтому я вот уже последний час просто разрываюсь на кусочки от воспоминаний, от флешбеков собственной юности вот в этих ситуациях, когда ты блестяще готов, когда тебе есть что сказать про эту музыку, когда ты... Ну, действительно транслируешь какой-то большой, собственный, классный, взрослый, глубокий взгляд, и потом в слове «прославленный», как случилось с Анастасией, которая прекрасно читала, просто вот там в каком-то дурацком месте доставишь не туда палец и режешь ключевую ноту. И ты это слышишь, жюри это слышит, все это слышат, и неужели это перечеркивает все то, что вот до этого, да, про то, что я говорила, что есть что сказать в этом тексте? Как бы да, но как бы и нет. И в этом большая лажа конкурсов, мы все это понимаем. Вы супер молодцы, это настолько сложно, то, что вы делали это так здорово. Я просто не ожидала. Я думала, что сейчас будут школьники, которые сейчас читают вслух, чтобы так бубня. А это просто большие, мне кажется, какие-то были актерские даже озарения временами. Я вас поздравляю, вы очень классно. Спасибо. Спасибо, Ляля. Ну что ж, тронная речь чемпионки. Стефания Родионовская. Скажи что-нибудь хорошего. Обратись к коллективу. Ну, во-первых, хочу сказать большое всем спасибо. Спасибо вам, как ведущему. Спасибо жюри. Спасибо всем участникам, потому что каждый читал, правда, очень интересно. Так, наверное, всех не перечислил, как Стефания, Настя, там, Матвей, все-все-все. У каждого... было свое понимание текста, своя интонация, своя какая-то интерпретация сюжета, который описан в тексте, скажем так. И мероприятие было, правда, очень интересным, захватывающим. И слушать всех было тоже очень интересно. У каждого свой стиль, и это нас... сближает, да, вот, общая тема чтения. Поэтому хочу сказать всем большое спасибо, всем удачи и с прошедшими праздниками. Спасибо, Стефания, поздравляю. Стефанию поздравляю абсолютно всех. Очень было круто сегодня, все молодцы. Победитель один. И для всех практически... Ну, сейчас не каникулы, конечно, но можно отдохнуть. А для Стефании все начинается. Скоро суперфинал. Ну, как скоро? Этим летом. И я еще раз скажу, мы очень надеемся, что мы проведем его живьем. Зараза уйдет, а книжки останутся. Читайте книжки. Всем спасибо. Конец. Спасибо. 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 Всем удачи. До свидания. Спасибо. До свидания. Так, мы уходим, да? До свидания.
Я сам не разобрался в них, я просто их даже не стал трогать. Далее переходим в вкладку «Звук». Тут вы выставляете основное языковое устройство. У меня это джек. И так далее. Все это можно здесь, соответственно, сделать. Поэтому, в принципе, вы тоже можете ролики найти в интернете, как это все. Сейчас вы ее откопируете, вставляете в этот ключ. Вот. Пришел донатик. Ну, это тестовый, естественно, донатик какого-то. Сообщение.
Алиса? Нет, другая Алиса. Что за? Давай мы участникам